Вот даже вот такие вот крупные валуны. Я оказываюсь, эти метровые камни очень даже хорошо перемещаются. Это знак мира, камням будет. А почему? А потому что такой камень лежит поверх себе подумать. А когда он считается, он испытывает все гидродинамическое давление. Когда вот он не может, то будет другой. Вот так легко скачет по этому. Вот такие дела.